15 августа в центре города на городской эстраде Десногорска состоялся открытый фестиваль живой музыки «Рок-сентябрь-2015». В третий раз это мероприятие организует для десногорской молодежи творческое объединение «Студия Восьмая нота» при поддержке Комитета по культуре и молодежной политике администрации города, Десногорского молодежного центра и первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции. В этом году в фестивале приняли участие 7 коллективов из городов Смоленск, Калуга, Брянск, Москва, Минск и, конечно же, Десногорск. Фестиваль мы придумали в 2012 году. Появилась идея сделать фестиваль именно рок-музыки, живой музыки, именно в центре города, на городской эстраде. Обратились в Комитет по культуре. Сначала были некие опасения, но после первого фестиваля все увидели, что все хорошо, проходим без эксцессов, и вот уже проводим в третий раз. Цели фестиваля – это, во-первых, привлечение молодежи к настоящей живой музыке, потому что на фестивале выступают и десногорские команды, которые, естественно, готовятся, то есть они занимаются делом, настоящим делом, они гуляют целыми днями по улице, но людям нравится, нам это нравится. И, естественно, цель продвижения рок-культуры в городе Десногорске, что, мне кажется, получается. Коллективов, желающих принять участие в десногорском мероприятии, много. Здесь их привлекает хорошая организация, теплый прием и доброжелательный зритель. К участникам фестиваля организаторами предъявляются особенные требования. Запрещены алкоголь, естественно, наркотические вещества. Ненормативная лексика запрещена как и в текстах песен, так и просто со сцены. А почему? Ну, потому что это делается все для молодежи, и, по-моему, молодежи надо подавать примеры. Пример, естественно, положительный.